Всем привет, друзья! Ну, в общем, очередной такой небольшой обзорчик инструментов для дома. В общем, занесло мне в магазин. Магазин опять Lidl. И заехал, как говорится, за хлебушком. Вот, и купил. Не знаю, насколько необходимая вещь для дома, но вот прикупил. О чем идет речь? Не буду тянуть. В общем, прикупил я вот такой вот аппарат, который представлен здесь у нас на картинке. Он идет без аккумулятора, но аккумулятор есть. Кстати, сейчас очень такая распространенная штука, ну или сервис. В общем, одинаковые аккумуляторы подходят к совершенно разным рабочим изделиям. Да. И это у нас аккумуляторная ударная, ну, отвертка, так можно сказать. В общем, я даже ошибся, да, при покупке, потому что если вы посмотрите вот здесь, да, в этом месте, я хотел такую купить только для того, чтобы раскручивать у машины колеса. Но за последнее время, так как очень популярная аппаратура от этой фирмы, и даже онлайн невозможно ее купить. Вот, я соответственно, магазин, он поднял цены на вот эту вот аппаратуру, и она сейчас дошла до 77, что ли, евро. Что онлайн, что в магазине, если вы приходите, вот точно такой же, только для того, чтобы, допустим, использовать, как говорится, вот такие вот нусы, да, чтобы крутить в автомобиле, вот, чтобы использовать эти нусы, видите, здесь вот такое вот отверстие под трещотку или под рач, так он называется. Вот, я-то думал, что будет именно такая аппаратура, вот, а оказалось, что я приобрел совершенно другую, и она немножко отличается. Вот. А чем отличается? Тем, что сюда невозможно ставить рач, потому что здесь у вас битная система, да? Биту вы сюда можете ставить, и в основном, ну, все любые, допустим, биты для того, чтобы там крутить шуруповертом, да, вы можете ставить. Вот, допустим, так, сейчас мы ее прицепим, все, вот, поставили, да, сюда, допустим, вы какой-нибудь, я не знаю, там крутить, допустим, на 8, на 10, для гаек, ну вот, все, и крутите. И у него ударная система. В общем, если он раскручивает без особых усилий, ударная система не включается. Он действует, как, допустим, как дрель. Но если где нужно приложить усилия, он начинает бить, да, и стучит, довольно-таки сильно стучит. Но сейчас не будет, потому что нету усилий. Вот. В общем, я обшибся и думал, что я поеду и его сдам. Да, аккумулятор у меня был. Ну вот, я думал, я его сдам. Ну, думаю, зачем он мне за 32 евро? Цена его, красная цена, 32 евро. Но потом я на работе попробовал им попользоваться. В общем, я раскручивал душевую головку, которая там вся перекипела, вот эта вот накипь там столетняя, да, обычно на работе у вас ничто вот ремонтировать, не починить, короче, практически невозможно, потому что, ну, все это не крутится. Но вот этот вот, да, вот этот дрель, она у меня справилась с этой задачей и очень хорошо справилась. Она спокойно открутила, вот, что позволило,
ну вот ремонтировать, да, все. Вот, сейчас я в принципе этой ерундой и займусь, потому что я ее притащил с собой. Она находится здесь. В общем, такая искусственная штучка, да, душевая насадка на головку. Головка не скручивается у нас, она так сделана. Вот, а это скручивается. Но вот сейчас я присмотрю какую-нибудь прокладку подходящую, потому что там настолько мужики до этого пытались все это сделать, раздолбали, что оно начинает вот отсюда, плотно не прилегает, начинает отсюда это, течь. Ну вот, может быть, что-нибудь придумаю. Так вот, думаю, посмотрю, что можно сделать, допустим, вот с этой дрелью. Оказывается, друзья, что на нее пока и продаются переходнички. Да, и как мы видим, если мы, допустим, будем использовать вот эти вот переходники, особенно вот этот вот большой переходник, да, то тогда мы сможем использовать наш нус, да, специальный, который разработан для того, чтобы раскручивать колеса у автомобиля. Может быть, будет недостаточно, как это сказать, может быть, будет недостаточно усилий, потому что все-таки эта дрель, это всего 180, слышите, немножко уже начинает долбить. 180 ньютон-метр, да? Может быть, будет недостаточно, но, в принципе, очень хороший помощник. И тем более, если у вас есть несколько таких переходников, да, то можно его практически везде использовать. И это очень удобно. Вот, в общем, я прикупил вот эти вот три переходничка, да. И теперь она становится уже многофункциональной. Кроме этого, сейчас набирает популярность на основе, допустим, вот этой технологии, именно использования вот этих вот, ну как она, битная вот эта вот система, я не знаю как точно, вы можете использовать и сверла, друзья, тоже на такой же технологии, да. Это у меня по бетону, да, но многофункциональный, в основном бетон, но можно и везде. Ну, если вот у меня здесь бетон, то можно использовать бетон. И как видите, да, здесь у нас шестигранная вот эта вот штука, которую можно использовать. Вот, так что дрель получается даже довольно-таки интересная, многофункциональная. Здесь у меня 5, 6 и 8 номер из профессиональной линейки, да, по бетону. Ну, подходит и для других разных материалов. И также, допустим, они предназначены для вот этих вот дрелей, для ударных. В общем, вот такие вот, друзья, покупки, да, совершенно неожиданные. Поехал, не думал, что возьму себе такую дрель, вот, ну вот, взял. Кстати, она довольно-таки тяжелая, но очень удобная, она в руках, хорошо сидит, и я уже, как сказал, я ей уже пользовался, и она показала неплохие такие результаты. Вот, есть еще на 400 ньютон-метр, ну там можно, допустим, все это в этой вот части переключать. Вот, и 400 уже тогда можно полностью 100% использовать для того, чтобы откручивать, закручивать свои колеса. Вот, единственное, я еще посмотрел тесты именно такой штуки,
и специально для автомобиля я смотрел. Но для автомобиля она чуть-чуть проигрывает, ну, может быть, Макете, да, а Bosch обыгрывает. А вот это вот точно Bosch обыгрывает, вот, потому что Bosch тоже на 180 ньютон-метр, но не справляется или справляется намного медленнее, допустим, чем вот этот импульсные вот эти вот удары, которые у этой дрели, у Parkside от Lidl, у нее намного больше, намного мощнее, чем, допустим, у той же Bosch. Зачем переплачивать, допустим, платить по 150 евро за Bosch, если вы можете, допустим, в 5 раз дешевле купить вот такую вот. И вам ее надолго хватит, да? Тем более, что самое дорогое, наверное, здесь это аккумулятор. Да. Если такой аккумулятор стоит около там 19, раньше может быть 15, сейчас 19 евро стоит. Вот. Так что с покупкой меня, друзья. А на этом, наверное, все. В принципе, больше у меня вам рассказать нечего. Больше покупок у меня нет. Но как, если что-нибудь будет, то я вам обязательно покажу и расскажу. На этом все. Всем пока и увидимся.